лет, скоро 30 лет. Поэтому в моей практике, как больные собаки, есть там и здоровье. Так, что мне надо нажимать? Сейчас я попробую выступить. Когда мы говорим о здоровом питании собак, всегда мы думаем о том, насколько мы хороша микрофлора кишечника. Роль здорового кишечника и здоровой микрофлоры не переоценима. То есть вы все это знаете, это известная информация. И когда у собаки все хорошо, отлично работает иммунная система, это сердце иммунной системы. Что происходит с городскими собаками? Для того, чтобы иммунная система работала полноценно, ей нужно быть все время в активной форме, то есть она должна сталкиваться с бактериями, в том числе и патогенными, воевать с ними. У городских собак часто владельцы делают практически стерильную среду, настолько, что даже, я это слышала не раз, после каждой прогулки не просто моют собакам лапы, а обрабатывают, стерилизуют практически лапы. И не только лапы, поверхность шерсти тоже. Квартиры, в которых содержатся собаки, тоже слишком чистые. И это большая беда, потому что никаких проблем с здоровой микрофлорой кишечника нет у собак, которые живут в сельской местности. Им пробиотики в принципе не нужны, потому что они всегда есть по лапам. Это нормально, давать собаке играться в грязи, качаться, пить воду из луж. Это абсолютно нормально, чтобы закалять ее иммунную систему, чтобы она была в тонусе. Нормальная микрофлора у людей, по собакам еще мало обследований на эту тему, у людей микробиом достигает уже до 3 кг, говорят профессионалы. То есть 2-3 килограмма – это вес полезных бактерий кишечника у человека. То есть и по клеткам, по количеству бактерий в нашем организме, их количество в 10 раз больше, чем всех наших клеток. Ученые, которые изучают бактерии, шутят по поводу, что человек только на 10% человек. Потому что, действительно, наших клеток в 10 раз меньше, чем клеток бактерий. Объединенная среда кишечника, вот всю эту красоту, которую вы можете прочитать, это и обмен жиров, и синтез самых важных витаминов, и контроль среды кишечника, чтобы она была здорова и хорошо воспринимала, усваивала все вещества. Выведение токсинов, даже не только токсинов, даже паразитов, даже с листами и простейшими тоже борется флора здорового кишечника. И, конечно же, городских собак этого нет. Очень снижена иммунная система из-за того, что флора кишечника не выселяется. Что мы ждем от пробиотиков, которые назначают врачи? То есть когда после тяжелых болезней, после того, как был длинный курс сложных антибиотиков тяжелых, всегда должны прописывать пробиотики врачи. Большинство этого не делают. И я их понимаю, потому что они не работают. То есть уже много доказательств о том, что они просто бактерии погибают в высококислотной среде жизни. И много есть разных препаратов, которые стараются донести до кишечника этих бактерий, заселить. Но нам нужно не просто заселить целый большой спектр бактерий. Нам нужно создать условия, при котором уже живущие в кишечнике бактерии могли бы развиваться, создавать новые колонии и восстанавливаться после болезни и терапии антибиотиков. Да. Как? Сухой корм, да? Опять же, пробиотик – это живые микроорганизмы. Они живут в определенной среде питательной, и им необходимы определенные условия. Когда пачка открывается, их жизнь довольно быстро заканчивается. То есть либо надо перед каждым кормлением открывать и сразу скармливать, либо если большая пачка, то это просто физически невозможно, к сожалению.
разные бактерии по-разному в среднем не больше суток. То есть обычно это где-то 20 часов в среднем. Какая-то часть бактерий, возможно, выживет и доберется, но нам нужно очень сильное заселение, то есть нам нужно восстановить флору. Потому что при бедной флоре просто малейший патоген, попадая в обедненную среду, он просто бурным ростом начинает цвести. И собаки после антибиотиков или после тяжелых заболеваний, инфекционных заболеваний, они как бы очень ослаблены. И вот эта послевосстановительная терапия совершенно необходимо начать с микрофлоры. И восстанавливать, нормализовать питание собаки. Какой бы ни был прекрасный корм, или натуральный, или сухой, это уже не важно. Если нет бактерий, которые его усваивают, помогают расщеплять, создать ферменты для его усваивания, он просто не усвоится. То есть кто работал с больными собаками, знает, что иногда корм или натуральная пища выходит практически непереваренной. То есть мы в кале можем видеть непереваренную пищу. Мало того, что после инфекционных болезней разрушаются пищеварительные органы пищеварения, то есть они ослабленно работают. Еще антибиотиками сильно страдает микрофлора, то есть собаке надо брать силы, чтобы восстанавливать. То нам обязательно нужны пробиотики, но те, которые будут работать. Энтеронормин, который сейчас я представляю, я очень рада, что он есть на Украине, это украинский продукт, совершенно инновационный. Как раз эту проблему решает просто великолепно. Для своих собак, просто по моей работе, я всегда начинаю с терапии пробиотиками. И работали более-менее американские препараты, пару европейских препаратов. То есть нужен эффект. Если мы видим такую прекрасную картину, мы когда даем пробиотик, мы ждем, что это будет. И мы даем, заселяем, заселяем, а у нас ничего не усваивается. И мы понимаем, что препарат не работает. После приема энтеронормина за 3 дня мы уже видим улучшение. Улучшение, насколько собака формирует, как она усваивает пищу, проходит бурчание. Есть, знаете, тоже не знаю, сцены в Америке, есть собаки, у которых зловонный запах. Вот просто из рта и из другого отверстия. То есть от собаки исходит зловоние. И многие хозяева даже много шуток каких-то, то есть шуточные картинки можно видеть в интернете на эту тему. Но это очень ненормальная ситуация, совершенно не смешная. Это говорит о том, что в кишечнике происходит процесс брожения и гниения. То есть пища мало того, что не усваивается, она еще там остается на длительное время. И начинается процесс интоксикации организма. То есть вместо того, чтобы получать питательные вещества, жить здоровой, полноценной жизнью, собака еще хуже себя чувствует. Пробиотик, энтеронормин очень хорошо помогает, действительно, за 3 дня работает.